На сцене Гомельского областного драматического театра состоялась премьера комедии «Боинг, Боинг, Боинг» по пьесе Марко Камолетти. Это произведение французского драматурга вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое демонстрируемое в мире. Его ставили на сценах более чем 60 стран. Теперь шанс увидеть рекордсмена лично получил и гомельский зритель. Жанр спектакля – улетная комедия в трех рейсах. По сюжету молодой ловелас приударяет сразу за тремя девушками-стюардессами. Он планирует свидание на основе расписание авиарейсов своих подруг. Однако не всегда его планы совпадают с реальными обстоятельствами, и уже тогда смешных ситуаций просто не избежать. Труппа Мозырьского театра имени Мележа представила на неделе премьеру спектакля «Уехал цирк» по одноименной пьесе современного американского драматурга Дона Нигра. Этот спектакль драматичен по своей сюжетной линии. Главной героине Бекки всего 15. Она по-детски наивна и доверчива. Ее переход во взрослую жизнь происходит стремительно и внезапно. Готова ли героиня к таким переменам? Ответ вы найдете на театральных подмостках в Мозыре. Тем временем в Гомельском молодежном театре готовят премьеру рок-комедии «Фанатки» по пьесе Родиона Белецкого. Спектакль о молодых, для молодых и их родителей. Он об актуальной проблеме, желании надевать на себя одну за другой маски, прячась от действительности. Премьерные показы запланированы на 6, 7, 8 и 28 марта. В кукольном театре на неделе гостили брещане. Гости привозили два спектакля «День рождения кота Леопольда» для юного зрителя и «Холстомер» по повести Льва Толстого для взрослого. А в первых числах марта в Гомель приедут артисты Могилевского областного театра кукол с детским спектаклем «Котенок по имени Гав» и взрослой постановкой «Синяя-синяя» по рассказу Владимира Короткевича. И на этом у меня все. С самыми интересными культурными событиями региона вас ознакомили Евгения Кухаронок и Игорь Марищенко.